Всем привет! Вы на канале Аннабель и ее растения. Сегодня 22 мая 2020 года. И вот обновки, не перезимовавшие, 2019-2020, купленные осенью, пришлось докупать. Little Phrase. Так что это с магазина Lucky Flowers. Вот такой интернет. Следующий саженец — это у нас граффити. Граффити, и приехал он ко мне с Лесгарда, знаменитого интернет-магазина Лесгарда. Ну, что я хочу сказать? Ну, так себе. Конечно, если вот сравнивать с Little Phrase, то... Ну, вот такие саженцы. Самое главное, что они живые. И это замечательно. И можно обновить, и можно их приобрести. То есть, это самое главное. Вот если зиму не перезимовали, то есть, я делаю вывод, что осенью, ну, не могу я брать саженцы с выставок, потому что они у меня... И еще два саженца. Это Гималай и... Мунрок называется, Килиманджаро. Вот такие два саженца. Это саженцы Еврофлоры. Спасибо Евгению и всей его команде. Отличные саженцы. Красивые, большие. Классно. Мне нравится. И что хочу сказать. Что я брала, конечно, маленькие саженцы. Они у меня не выжили. Ну вот, вот так вот. Скорее всего, кормежка должна быть очень хорошей. Вот такие вот, как говорится, пополняшки. Те, которые потеряшки были. Все, всем спасибо, всем пока. Встретимся в новом видео.